В колледже технологии и предпринимательства прошел масштабный ремонт. В этих кабинетах и образовательных пространствах обучают студентов в сфере туризма, услуг, сфере обслуживания, индустрии гостеприимства. Здесь обновили систему электроснабжения, теплоснабжения и полностью заменили канализационные сети. Директор колледжа Галина Германова рассказала главе республики Артуру Парфенчикову во время его визита в учреждение, какие изменения особенно сильно обрадовали учащихся. Знаете, расскажу о впечатлении, которое было первый раз, когда ребята зашли в эти пространства. Мы что, теперь будем учиться в университете? То есть это была самая такая, знаете, высокая оценка того, что наша работа была произведена не зря. И действительно, федеральный проект – это прежде всего помощь в том, чтобы воспитать, подготовить высококлассного специалиста, который работает, зарабатывает здесь, у нас, в республике, на предприятиях, которые находятся в республике, и патриота своей страны. Это основная наша задача. Артур Парфенчиков предложил руководителям карельских предприятий и организациям в сфере туризма, услуг обратить внимание на студентов колледжа технологии и предпринимательства. Посмотрите на вот этих ребят, на колледж, потому что кадры сегодня – это все. Сегодня главная проблема, вот на какое предприятие мы не приходим, там кадры. Будь то завод, или сфера услуг, или какая-то туристическая база, или это ресторан, все ссылаются на проблемы кадрового обеспечения. Кадры нужно начинать готовить здесь. Глава Карелии посетил и производственные площадки колледжа. Они были созданы по федеральному проекту «Профессионалитет». Теперь на базе образовательного учреждения действуют новые мастерские по специальностям, связанным со сферой услуг и гостеприимства. Чуть раньше в учебном заведении были сформированы лаборатории по технологии визажа, маникюра, по моделированию и художественному оформлению причесок, по поварскому и кондитерскому делу. Любовь Цыганова, Алексей Локтев, служба новостей.